Где я не была? Вот сюда я не спускалась. Сейчас мы сюда спустимся. Такие вот здесь блестящие камешки. Как я люблю камины. Красиво, когда два цвета, вот серебристый и синий. Нету разнопестрости, красно-желто-малиновое и так далее. Ну, кому что нравится, я, в общем-то, все вкусы уважаю. От камина так теплом веет. Что еще нужно для отдыха? Журчание воды и огонь камина. Прекрасно расслабляют, настраивают на определенный лад, на отдых и так далее. И вот там какое-то тоже изображение медведей, волков, орел. Медведь, волк, орел. А, of the Aeneida. Это тоже индийские какие-то символы именно племени Aeneida. Все-таки красивое растение понсеттия. Так она украшает зал. Просто-напросто праздничная создает праздничную атмосферу. Там бар. Работает он с утра до 8 или до 9, наверное. А сейчас как бы уже попозже немножко. И может быть гостей мало. И вот у нас бассейн здесь впереди. Попозже все-таки загляну. 24 часа работает, говорят. Да, open 24 hours. Можно успеть еще. Водичка голубенькая такая, приятная. Только была голубая, стала бирюзовая. У меня что, галлюцинация, что ли? Сейчас прям бирюзовая такая яркая. О, голубая подсветка. Подсветка меняется. Только для гостей отеля. Отлично. Отлично. Ну что еще здесь есть? Ну вот там вот бизнес-центр, так сказать. Здесь Starbucks кафе. Закрыто уже. Кофе есть в номере в каждом. Можно самому приготовить. И бизнес-центр открыт 24 часа. Только для гостей. Не моложе 18. Ну, это что здесь? У кого компьютеры с собой? А, вернее, даже здесь компьютеры есть. Можно поработать. Есть же такие люди, которые стараются... Даже на отдыхе с собой работу брать. Бизнесмены, так сказать. О, вот красивый веночек. И вот этот тоже красивый, большой. Шикарный веночек. Ну что, пожалуй, хватит. Уже я по второму кругу пойду. Там была. На второй этаж. А где я не была? На второй этаж я поднималась, там ничего интересного. Мы на третьем, но мы на лифте туда добрались. Пешком я не буду, пожалуй. Ничего интересного, собственно говоря, нет.
Сейчас стаканчик надо выбросить. Вот такой вид отсюда. Ну, пожалуй, хватит, а то будет видео длинное. Никому не нужно в свое время грубить. Christmas Day, шампань, буфет. В общем, на Рождество здесь будет буфет с шампанским для гостей бесплатно. Вот наш мусор. Ресторан, но я, пожалуй, туда не буду заглядывать. Там темно, что я туда пойду. Как бы даже неудобно. Скажут, что дикое, что ли, совсем. Хотя, кто скажет, никому дела нет. Вот отсюда красиво. Красота как. Ёлочки. Christmas tree. Столы накрыты. Ждут гостей. И люстры такие вот украшены к Рождеству. Очень симпатично, мне нравится. Ну вот, на этой оптимистичной волне, пожалуй, закончим. Ждут гостей. А гости будут завтра, то есть постояльцы. Все, до утра.